Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами пречистой Твоей Матери все святые, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праху, сущему гробе живо даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праху, сущему гробе живо даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть по праху, сущему гробе живо даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Стал после сна, преподай к твоим стопам, благи ангельскую песню, возглашаем тебе сильный. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна ты поднял меня, Господи, умой, просвети сердце, открой уста мои, чтобы воспевать тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, деяния каждого оборудуются. Со страхом воскликнем в помощь. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами Богородицы, помилуй нас. Кусь. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Так, сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долгой терпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твоего. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твое, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнесем самому Христу, Царю и Богу нашему. Поближе молитвы к микрофону Господа. Будь, Сергей. Плохо, глухо звучит. Хвалите Господа с небес. Хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света.
Хвалят его небеса, небесы, воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он сказал, и они сделались, повелел и сотворились, поставил их на веки и веки. Дал устав, который не прибыл. Хвалите Господа от земли великие рыбы, все бездны, огонь, и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся, и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя его единого превознесенного. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего. Слава у всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Пойте Господу песню новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль Создателя Своем. Сыны Сиона да радуются от царе своем, да хвалят имя Его. С ликами на тимпане и гуслях да поют ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасения. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его. Аллилуйя. Хвалите Бога во святыне его, хвалите его на твердой силы его, хвалите его по могуществу его, хвалите его по множеству величия его, хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и гуслях. Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащие да хвалят Господа. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Богу! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал доброго пред тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне воля твоя. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песню спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгрешный день Христе Божий и спаси меня. Владыка человеколюбчий, став после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец, и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу своему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять волю Твою, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Господи, Вседержителю. Боже сил бесплотной всякой плоти, на высоких небесных живущей, озирающей долу земные, наблюдающей сердца и помыслы, ясно ведающей тайны человеческие, безначальный вечный свет, который не имеет изменения в силе и не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, приносим на нечистый путь. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, сознательно или несознательно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам, бодрствующим сердцем, трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славой воздать каждому по делам его. Да найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими, и поднявшимися со дня исполнения заповеди его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих неискаженную красоту лица твоего. Ибо ты истинный свет, просвещающий весь мир, тебя воспевают все творения, веки вечные. Аминь. Тебя благословим, Всевышний Бог и Господь, милости творящего с нами всегда великие, непостижимые, славные же и ужасные дела, которым нет числа, подавшего нам сон для облегчения немощи нашей и для отдыха от трудов многоудреченной плоти. Благодарим Тебя за то, что не погубил нас беззакониями нашими, но проявил, как обычно, человеколюбие и воздвиг нас, лежащих и нечувствующих, чтобы славословие держал Твою. Поэтому молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очи и ум наш от тяжкого сна лености восстать. Открой наши уста, исполни их хвалой Тебе, чтобы мы могли непоколебимо петь и исповедовать Тебя во всем. И от всех прославляемого Бога, безначального Отца, с единородным Твоим Сыном, всесвятым и благим же, творящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычица, молю Тебя, ум мой, исполни благодатью, наставь меня идти прямо путем престолов заповедей, бодрствуя в степени, укрепи, отгоняя сомнения. Связанного сидями грехопадения, мольбами Твоими разреши, Люби Невеста. Ночью и днем сохраняй меня, избавляя от противоборствующих мне врагов. Жизнодателя Бога родившая, оживи меня, душу мою ослепшую просвети. О дивный чертог Владыки, храм Духа Святого садил меня. Врача родившая, врачу души моей многолетней страсти. Волнуй его житейскими бурями по пути покаяния направь. Избавь меня от огня вечного и черви злого и тартара, чтобы мне, повинному во многих грехах, не оказаться на разных бесах. Новым соделай меня, обещавшего нечувственно согрешенных и непорочных, непричастным всех муки, ви меня и владыку всех умолит. Достигнут мне небесного веселья со всеми святыми сподобий, Пресвятая Дева, услышь голос непосторонного раба твоего. Дай мне струи слез пречистой души моей, скверну очищающую, стенание сердца приношу тебе непрестанно. Усердство, владычица, молебную службу мою прими, и Богу благоутробным принеси. Превыше всех ангелов, превыше земного состава содел меня. Светоносный покров небесный, возожги духовную благодать мне. Воздеваю руки и уста для похвалы, оскверненные скверны с непорочными. От растлевающих душу злых дел избавь меня, Христа, усердно умоляю, которому честь и поклонение подаваю. Ныне всегда и на веки веков. Аминь. Многомилостивый, всемилостивый Бог мой, Господь Иисус Христос. По своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, я молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более дел. Ей многих щедроток и неизреченным милость, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в тебя спасает отчаявшихся, то веруй.
Спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдующих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня. Да я и причастником славы Твоей вечной, да не похитит меня сатана, и не похвалится слово, что отторг меня от Твоих рук и ограбит. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу, Христос мой Спаситель. Поспеши, скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрева Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда-то свой тайный грех. Но чтобы снова потрудиться для тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда и в веки веков. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешную. И не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону починить мне смерть к обладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил прошедшего мой, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые, хульные помыслы из окаянного моего сердца, мраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, да я умолкну несчастье. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, как чистое имя Твое, славятся во веки и вечные. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердности и молений, и прости нам все согрешения наши, помяни всех рабов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздай им по делам их, но по великой Твоей милости обрати их, неверных к правоверию, благочестию. Верные же, чтобы уклонялись от зла и творили добро, нас же всех и церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от всякого злого стояния милость Его избави. Отечество наше от лютых безбожников и от власти их освободи. Верные же рабов Твоих, сколь и печаль день и ночь, вопиющих Тебе, многоболезненные вопли, слышь, много милости Твою, Боже наш. И изведи из искления жизни, подай мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, которых Ты чистую Твою кровью искупил, но отступившим от Тебя и Тебя не ищущим, будь явлен, чтобы ни один из них не погиб, но чтобы им всем спастись и в разум истины прийти, чтобы все в согласном единомыслии непрестанной любви прославляли пречестное имя Твое, и добродушными и злобными Господи, во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святой угодник Божий сердце, ибо я усердно к Тебе прибегаю, как к скорому помощнику, молитвеннику о душе моей. Богородица Дева радуйся, благодатная моя, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наши. Спаси, Господи, людей Твоих. Благослови достояние Твое, дары победу над бесами, православным христианам и Христом Твоим, сохраняй Твой народ, помни, Господи. Иисусе Христе Божий наш, от века бывшей Твоей милости проявлены Тобой сострадания, по которым Ты очеловечился и изволил потерпеть распятие и смерть ради спасения истинно верующих Тебя. И воскрес из мертвых, вознесся на небеса, сидишь по правую сторону Бога Отца.
С любовью склонившись, смиренно молитвам призываю тебя всем сердцем. Склоню ухо твое, услышь смиренную молитву мою, недостойного раба твоего, приносящего тебе как благоуханную духовную жертву за всех твоих людей. Прежде всего вспомни твою святую соборную апостольскую церковь, которую ты искупил своей драгоценной кровью, утверди ее, укрепи, расширь. Увеличу миротворение, победи мудрые силы ада на веки сохрани. Упиши церковные разногласия, угаси языческие гонения, возникновение ереси быстро расстрой. Искорени силы святого твоего духа, мечту обрати. Вложи в российской стране мир и благочестие, вложи в сердца правителей мирные и добрые намерения для святой твоей церкви и для народа твоего, чтобы и мы среди их забот жили тихой и спокойной жизнью, в истинной вере. Во всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, помилуй страну нашу, российскую, православных людей ее, в рассеянии и в Отечестве находящихся. Обрати страну эту и власть ее. Спаси, Господи, помилуй епископов православных, братьев наших, священников, священно-монахов и церковный притч, который ты поставил пасти словесное твое стадо, по их молитвам спаси и помилуй меня грешного. Спаси, Господи, помилуй моего духовного отца Игнатия, батюшку Якима, за святые их молитвы прости мои согрешения. Спаси, Господи, и помилуй всех верующих тебя, приведи к покаянию неверующих, родителей наших, братьев, сестер, родных, всех близких нам людей по плоти из рода нашего. И друзья, и даруй всем верующим твои земные небесные блага, и верующим все то, что приведет их к покаянию. Спаси, Господи, и помилуй старых, юных, сирых, вдов, находящихся в болезнях, печалях, бедах, скорбях, напастях, темницах, заточениях, особенно же рабов твоих, преследуемых за тебя и веру православную, не знающими тебя безбожниками и ретниками отступниками. Всех их вспомни, посети, укрепи, утеши, даруй им силы, твое скорое облегчение, освобождение, избавление. Спаси, Господи, посланных послужить путешествующих отцов и братьев наших и всех православных христиан. Спаси, Господи, помилуй ненавидящих и обижающих, и нападающих на меня. И не погуби их из-за меня грешного, а отступивших от православной веры, осветленных погибелью и ереси. Просвети светом богопознания, присоедини Твое Святое Соборное и Апостольское Церковь. Помни, Господи, переселившихся из этой жизни благочестивых царей и цариц и епископов, а также послуживших Тебе священническим и монашеским чином, упокой их со святыми Твоими вечным переселением. Вспомни, Господи, души скончавшихся рабов Твоих, родителей, и всех родных по плоти, прости все их согрешения, если возможно, вольные и невольные. Даруй им царство и участие в наслаждении вечными благами Твоими, бесконечной блаженной жизни. Вспомни, Господи, всех скончавшихся с надеждой воскресения жизни вечного отцов, братьев и сестер наших, и всех православных христиан, и себе их со святыми своими туда, где сияет свет лица Твоего, а нас помилуй, как благой человеколюбивый. Аминь. Даруй, Господи, прощение грехов всем прежде умершим, с верой, надежды, воскресенье, жизнь вечную, а сам братьям и сестрам нашим. Сотвори им вечную память. Боже, милостив будь ко мне грешным. Сотворивши меня, Господи, помилуй меня, без числа я согрешил, Господи, помилуй и прости меня грешного. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богу Господне, на тебе воссия. Легко и ныне веселись и сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твоего, слава Отцу и Силу Святого Духа, и ныне пресная во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силу честного животворящего Христа, Святого Ангела Моего Хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, так как ты благ и человека любишь. Игнатий Николаевич, молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Лучи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы и аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, когда дал мне в руки Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя! Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою и защищал плоть от опасности видимых и невидимых и всей ночи. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать и никому не завидовать. И каждому дару жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога на святую угодники Божия гнать, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, як родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, счастнага и животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, и помилуй. От самого духовного родителя и сродника благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, и весь священнический скин, щескищин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иногда еще священникам, если угодно Тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир, Господи, Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, благодаря Тебя за все. И приготовь землю сию и народ Твой к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за сию ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту, почти добрых жителей с детьми, знающим Тебя, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы общие наши, побуди всех на благовестие, найди новые души, найди отступников
Николая, Михаила, Александра и прочих, не дай им погибнуть в ожесточении сердца против Тебя и Церкви Твоей. Аллилуйя! Путешествующих ради Своего. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Елиагей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выйти навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и все небесные силы престолу Божию предстоящие. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Сертилат, Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелей, имен 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру и страши родителей за ложное воспитание. Справь их. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысл еретиков развей в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника, Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Избави от пьянства этого страшного недуга Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя! Посети врагов, не дай им желаемого в злодействии их, закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумие и поношение истины Твоей. Благослови, Господи, добродетельно творящих. Елену, Евгений, Евгений, Наталью, Максиму, Владимиру, ты всех знаешь. Воздай им добром, и с родство их обрати на путь истины. Александра найди. Аллилуйя, Дмитрий. И сохрани, Господи, наше сокровище, то, что здесь сайт и форум, трудящийся на нем Игорь Юрий Дмитрий, Василий Алексей. Дай болящим силу перенести страдания, пошли им исцеление. Укрепи, Господи Боже наш, слава Тебе, Сергей Алексей, Александр Алексей, Павину, Калерию, Антонину. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Аллилуйя, найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя, путешествующих Раисова. Найди, Господи, и помилуй. Прими словословие из уст наших, как Ты дивно хранил нас в этих путешествиях, от скольких видимых и невидимых опасностей избавлял. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, что Ты пощадил и братьев наших при нападении на них.
Хвала Тебе, Господь и Бог наш, да будет сей день посвящен прославлению имени Твоего святого и дел Твоих дивных и чудных, которые невозможно передать языком человеческим. Аллилуйя! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Да будет между нами мир, любовь и согласие по Слову Твоему. Спаси нас и помилуй. Исправь непокоревой жен. Галину, семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раису, Агресса, Марина, Юлию, Галину, Иоанну, Людмилу. Прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышит раб Твой. Аллилуйя! Аминь! Доброе утро! Христос воскрес! Воистину воскрес! Так, у меня... Воистину воскрес! Немного... Воистину. Спаси, Христос! Благодарю! Так, тут немного придется сейчас еще послушать, что мешает молитве. Мы уже разобрали несколько тем. Сейчас... Тема идет и так, бодрствуйте. Писание об этом говорит, когда пристаешь на молитву, не искушай Господа Бога твоего. Как говорит, если твоя молитва до потолка не доходит, и сам ее не слышишь, то как Бог ее услышит? А бывает так, даже и губами не пошевелил человек, сказал, потому что заранее была подготовка. Вот иногда люди отступают от Бога, от православной веры. Причины-то, они не скрытые. Как правило, не было молитвы. Человек ограничивался на ходу там. Дальше. Крестное знамение совершал небрежно. Я знаю, причина абсолютно точная. Небрежно. Посты соблюдал или не соблюдал? Соблюдал как попало. И вот увидел какие-то человек недостатки. Ну, они везде недостатки есть. Ни одной сферы нет. Над начальствующим еще есть начальствующие. Ну что, идти бунтовать? Начинай трудиться и молиться. Нам другого-то не дано. Все остальное орудие не наше. Вот говорят, евреи все захватили, евреи то другое. Как можно терпеть? А я и не говорю терпеть. Я говорю, активно надо вмешиваться в это. А как? Ну вот это вопрос второй, как? Никогда не проклинай семя Авраама, благословляй, заботься, помогай, молись. И ты увидишь, как результат будет другой. Они весь мир захватили, всю юстицию, печать. Я ничего не опровергаю. Продолжаю бороться как? Молитвой. А вот мусульмане тут проезжают, китайцы там портят землю. Ну хорошо, ты все это узнал. Перебираешь в этом помойном ведре на свалке. Все. Польза-то какая? Во-первых, у тебя на душе нет мира. И ты не молишься о них. А ты молись о всех, молись. Ты думаешь, что все было аккуратно, хорошо? Когда потоп пришел, а многих ли Бог избрал? А во времена Христа? Да вот священники не такие. Ну, священник это не великий еще сан. Выше есть епископы. Да и они такие же. Ну, выше есть патриархи. А про это вы говорить не надо. Все. Ну, хорошо. А апостолы? Ну, среди апостолов были те, которые не соответствовали званию, а однако обладали дарами, творили чудеса. И мы знаем ему имя какое. А имя ему прекрасно, Иуда. Иуда означает славный, в переводе есть сирийско, славный. Ну, слава Украине, это вся страна Иуд. Слава России, это страна Иуд. Слава Израилю, страна Иуд. Это Иуды славные. Они ничего не понимают, слава КПСС на каждой крыше.
стояли буквы. Нету ни славы, ни КПСС, одна мерзость осталась. Ты славу ищи Богу, притом за все, когда Он судит, когда эти майданы идут, когда все горит и рушится. Псалом 118, 164 стих, заучи его и выполни. Выполни, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. А что такое однократное? А потом умножить на 7. Мне пришло на память то, что нужно всегда считать вступление, три святое, так называемое, Царю Небесное, а сейчас считается Христос воскрес, и Отче наш. И потом 100 поклонов, своими словами, 7 святым. Вот я молюсь, когда показываю как. А где это взял? Да нигде, на молитве. Но если есть правило там, 10 раз или 50 раз Богородицу считать, правила Серафима Саровского. Я не прошу, чтобы моим именем называли, но раз спрашивают, я отвечаю. Этого правила нигде не было, я его просто на молитве почувствовал, что надо именно так делать. И все, вот 7 раз в день, один раз помолился и 100 поклонов. Это 7 минут, 5-7 минут. И так не меньше 7 раз, притом за суды. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, при множестве забот, как царь. Он находил время для молитвы. Надо находить. Если тебя что-то задержало, и ты чувствуешь, уже время подходит дальше, а еще не молился ни разу, теперь сокращай везде время пребывания. И именно отмолись. Отмолись. Вспоминая о всех событиях, какие есть. Если бы мы молились и не занимались чем-то другим, кроме хлеба насущного, добычу, было по-другому. Вот сейчас много пишут везде. Я все утро сейчас смотрел. Ну, примерно сообщений, ну, может быть, 40 об одном и том же событии. Какое? Все. Событие страшное. В Ульяновской области так называемые байкеры на особых мотоциклах, 370 тысяч стоит мотоцикл. У одного был. Два брата родных, один из них игумен. Игумен? 47 лет. Брат его родной, 37 лет. И они на этих мотоциклах решили гоняться. Что их? Ну, они всегда любят гонять. И выехали куда? В поле, где никого нет? Нет. Где движение идет. А люди едут, у них все снимается впереди. И они снимают и видят, как только жикнули мимо. Ну, 150 километров машина-то не ходит. Но им тоже ограничения есть. Промелькнули только. И выскочил он на встречную полосу. И только удар, и пыль, там дым, и который сзади записывает машину, она ой-ой-ой, там что-то авария-то. И подъезжает. Удар был такой силы, что тело разорвалось на куски. Не просто убито, а тело разлетелось по разным местам. И ударил в машину, там какая называется, иномарка, и убил пенсионера, 73 года. Сказать страшно. Этот игумен и родной брат по пятам за ним гнался. Вот обоих нету, сразу на тот свет. Во-первых, убийцы убили человека, и дальше самоубийцы. А церковь продолжает колоколами бренчать воспоминания. А он строил храм. Больше ничего за ним нет. Он строил храм. У него много свободного времени было. Ну, а как его звать? Да откройте просто, зарядите и увидите. Его звать было так, как епископа звали у Яна Златоуста. На букву Ф. Федор. Вот как Федор, но не Федор. Вот найдите сами, посмотрите. И ролик стоит там, как и валяется счастье где-то. Молились они в это время? Нет, стали исследовать, как пишут, это я беру из интернета все. В крови обнаружен алкоголь у обоих. И на суд в этом состоянии представили. А теперь кадилами ходит диакон гремит. Царство небесное рабам твоим. Рабы мотоцикла этого были. Убийцы. Невинный пенсионер. Совершенно ничего не знал. Ехал нормально, эти скорость. Ну, все нормально. И вдруг бабах, ничего нету на той стороне. И уже там душа-то вылетает, вот рисует иногда картины такие, как шарж. Две машины стукнулись, и кверху летят души, и у каждой в руке там правила движения, и один другому доказывает. А уже души летят кверху, на отсчет пошли, кто виноват. Ну, кто виноват-то? Бог знает. Нам что все знать-то? Все мы не можем знать.
Дивные дела Господни. Вот сразу я сказал вам, что найдете, а потом найдете у Иоанна Златоуста в первом томе. Вот, когда он говорит об этом своем учителе, как его звать, хотя узнаете. Узнаете на букву Ф. Вот Федора, там Федор, у нас есть такое. А то найдете. Вам интересно будет это. Из этого события мы извлечем для себя полезное. Но они думали о том, молились, с молитвой гоняли. Ну, конечно, нет. Какая там молитва? Он думал только одно. Маленький камешек, и он уже подрезанный полетит. А дороги-то и повороты делают. Ему надо обогнать. Куда обогнать? Ну, почитай. Есть стихотворение, сложил Владимир Семенович Высоцкий. Как он гонит до горизонта, и как веревку натягивает ему голову срезать. Именно об этом случае он пишет. Ему виделось это, и оно именно так все и случилось. И люди, народ рассуждают вместе с собой, так какие они были, какие они. Это подготовка, молитвы не было, вот и крушение. Человек отступает от православия, молитвы не было, поклонов не было. А ты видишь, не так священник поступает, патриарх не так, а ты молись. И ты увидишь изменения, у тебя столько радости будет. Вот если человек не испытывает этой радости на молитве, а тяготится, ничего и нет. Дальше он ищет, а вот поп не такой. Да ты не выполнял правила, неправильно причащался, не считал каноны, не вычитывал, что положено. Я знаю причины какие. Причины. Их человек хороший какой, пошел искать, где лучше. Чистеньких искать. А где нашел-то? Еретиков, сектантов. Никаких деноминаций, конфессий нет. Эти слова выкини из себя. Это сатана прикрыл слово ересь. Есть церковь, есть ересь. Все. Есть православные и еретики. Все. Православие – это правильно исповедующие Отца и Сына и Святого Духа, имеющие истинное рукоположение. Я говорю о церкви. Это и католики имеют, и григориане, армяне, копты и сирийцы. Вот. Все остальное за этой гранью. И куда люди идут? Тянутся в секты в разные. А почему? Они там не пьют. Ну, только что не пьют. Хорошо знают, что не пьют. А я в Молдавии проповедовал, ко мне подходят их баптисты. У баптистов знают, что я православный. И вот скажите о вине. У нас братья выходят за кафедру, держатся, чтобы не упасть. Я много знаю про них. Очень много. И поэтому идти никуда не надо. Не надо. Ты знаешь, если ты православный, то хотя бы мысленно вообрази, кто были православные. Открой жития святых. Ты как бы с ними находишься, соответствует ему имени-то. А пошел к сектантам, ничего нет. Отребье земли. Это наследники Дафана, Аверона и Корея, числа 16 глава. Ему готовят только ад кромешный. Если они не обратятся, не покаются. А что делать? Молиться. Везде молитва. И дальше мы считаем. Так язычники подменяли необъятного Бога видимым идолом. Деяние 17:29. Все совершающееся у них ложно. Посему, как можно думать или говорить, что они боги? Послание Иеремии, 44 стих. Подобие. По православным святцам известно святых Александров. Вот почему так много Александров? Святых Александров 31. Разные Александры. И поэтому попадает в месяц несколько раз. Но какого-то взять другого, Милетий, один раз. Ну, допустим, Наталья, одна, больше нету. Святых Сергиев 11, Георгиев 19, святых Михаилов 22. Но в народе даже священниками едва ли известны более одного каждого из этих святых. То есть не 83 названных святцев по этим именам, вот я который назвал, а только 4. То есть те же 5% от общего числа. Это те именно, кто воевал сам или благословлял таких воинов. Полная подмена полноты церковной только теми, кто нужен для защиты земного отечества как символ. Вот сегодня какой день? 9-е, день победы, будут петь. Прославлять маленьких ребятишек, одевают форму, им шьют. Видно, что страна готовится к чему-то. Везде все пляшут, и внезапно придет пагуба, написано. В махонькой Грузии, в переводе на русский язык, она называется «Страна Святого Георгия», Джорджия, насчитывается до 360 храмов в честь Святого Георгия Победоносца.
Почти до одного этого святого сузили полноту церкви. А католики его деканонизировали, выдуманная биография, он не святой никакой, они говорят. А чего же так? Просто каждому народу нужны воители, защитники, свое министерство обороны на небе, свое военное атташе. Такая гипертрофированная честь одному святому уже не честь, а поношение всем остальным. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Притча 27.14. Почему же столь ненормальное явление не исправляется, а продолжается? Неужели святой Иоанн Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Антоний Великий, Иоанн Пимник и Медийский ниже их, этих военных святых? Но получается так. И неужели подражание всем другим святым менее нужно народу, чем подражание военным? В чей ряд недавно канонизировали Дмитрия Донского. Тут речь шла даже канонизировать Жукова, Суворова. Тут даже конца краю нету безумию. Или для полноты всех участников войны для канонизации нужны доказательства, чудеса и другое. Что из этого было в отношении Дмитрия Донского, Ушакова, Федора? Разве только спецзаказ Министерства обороны СССР? Сделали из церкви не только шоу-бизнес, дом торговли вертеп разбойников, но и по потребе мира. Так можно канонизировать и патриарха Никона, и Сергия Строгородского, и Сергея Есенина, и воинов бесславных кампаний в Афганистане и в Чечне. За мироточатки фотографии Родионовых. И этих комедий по канонизации будет ох, как еще много. Это безумие и есть восхищение суда Божия. 1 Коринфянам 4:5. Не судите никак прежде времени, доколе не приидет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Суждение и вынесение приговора до суда Божия. Уже земные дедушки в митрах точно решили, кто будет на небе. Заняли место судьи Христа Бога. Беспредел тщеславия и властолюбия. Как будто Бог обязан утверждать решение этих старичков. Итак, во всем, что бы ни видел, всегда спроси, а что об этом написано в Святой Библии? Дружба же с миром есть измена верности Богу, прелюбодеяние или духовная проституция. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4.4, Иезекииля 23 глава. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела эта вероломная сестра и ее Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась и пошла и сама блудодействовала. Иеремия 3.7.8. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусное в чародеянии, которое блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Это взято Наум 3.4, Иезекииля 16 глава. Христос повелел закрыть за собой дверь, чтобы голос, веления мира не касались церкви. Церковь должна слушать и делать только единственно то, что говорит Святая Библия, то есть Христос. Под каким видом не являлся дьявол в церкви? Не верь. Если даже это будет на самом деле ангел Господень, и ты по опасению, чтобы вместо доброго не принять злого, не примешь его, не откроешь ему двери, то Господь похвалит тебя за бдительность, говорит Иоанн Златоуст. От незнания Писания происходит ересь и развратная жизнь, говорит он. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих? Иезекииля 23:27. Это третий том Иоанна Златоуста. Настольная книга священнослужителя, третий том. Страница 601 говорит так. И далее. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, возвращаясь, находит его незанятым, выметенным и убранным.
Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Матфея 12:43. И скажут вам, вот здесь или вот там, Господь, не ходите и не гоняйтесь. Лука 17:23. Некогда всероссийский лицемер Калинин Михаил Иванович, говорит Александр Иванович Солженицын, учил здоровье трудящихся, дело самих трудящихся. Спасение же каждого Бог отдал в его руки. Твоя свободная воля, способность сделать выбор, да поможет тебе обрести Христа Иисуса, Сына Преснодевы Марии. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, говорит святой Иоанн Златоуст. Буду тебя обвинять в гордости, в первую очередь те, кто сам утопает в этом дьявольском грехе. Так сектанты всегда говорят, давайте говорить не о том, что разъединяет нас, а о том, что нас объединяет. Мы же никого не судим, и вы нас не судите. Мы тоже дети Божии, мы тоже Церковь Христа, даже и по названию. Здесь каждое слово – подмена понятий. А отделение от Церкви всегда есть гордость и блуд, говорят святые отцы. Дела говорят иногда громче слов. А отделившись от католической православной Церкви, тем самым сектанты осудили все, что есть святого в Церкви. Ее богоустановленность, ее законную иерархию, ее таинство, ее толкование Библии, ее богослужение, литургию, установили свой алтарь, составили свои еретические молитвы, что есть дьявольская гордыня и всеконечная погибель. Так говорит Игнатий Богоносец, Киприан Карфагенский и многие другие гиганты духа. И самые гордые всегда упрекают в гордости именно тех, кто во всем следует Богу и всей душою стремится к исполнению заповедей и канонов Святой Православной Церкви. Михаил Юрьевич Лермонтов увидел это в гонимом людьми пророке. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей считаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой, смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец. Хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите, ждите на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирает все его». У величайшего гения и пророка России Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазах» в «Великом инквизиторе» не через образ для митрополита Сергия Строгородского показано суждение сатаны о последователях Христа, которых злой дух мудро называет гордому. Он говорит Христу арестованному, кавычки открывая из книги, «Мы исправим подвиг твой». О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться. Мы им позволим грешить. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Говорят, что ты придешь со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли многих, всех. Я ушел от гордых и воротился к смиренным. Мы разрешим слабовольной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. Страница 322-5, Москва, 63-й год. И тоже Достоевский иронично советует беззаконнику, если хочешь сильнее уязвить своего противника, упрекай его своими недостатками и грехами. В чем обвиняет Бог дьявола, в том же сразу начал обвинять дьявол Бога и во лжи, что Бог злой. Бытие 3:4-5, Матфея 25:24. Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лицо, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле. Потому не подражайте неправде делам ее, ибо еще немного, и неправда будет удалена с земли, а правда воцарится над вами.
Пусть грешник не говорит, что он не согрешил, потому что горящие угли возгорятся на голове того, кто говорит: «Я не согрешил перед Господом Богом и слава Его». 3 Ездра 16:50. Ну, я думаю, на сегодня пока хватит. Об этом будем думать. И чтобы в молитве нашей не вторглось то, о чем здесь говорится в отрицательном смысле. Много подделок. И надо разбираться. Надо смотреть. Для нас это намного легче, чем другим. У нас есть Святая Библия и толкование святых отцов и каноны. Труды святых отцов. Кто их отвергает, он сразу начинает блуждать. Доверяет своему сердцу, своему уму. А сердце – это глубокая пропасть. Оно крайне испорчено. Ему нельзя доверяться. Всегда. Ну, все на этом. Далее я буду, может быть, события дня написать. Вот купили новый, мне с ним плохо, как правильно пользоваться. Сергей Пупков, ты меня слышишь? Сергей. Да. Где он? Его нету. Сергей, ты меня слышишь, нет? Слышу, слышу. Ты когда приедешь? Вчера мне звонил, это кто привозил мне этот аппарат-то. Говорит, что ты приедешь, я ждал тебя до потемок. Покажешь, как стирать. И кроме того, я тебе сразу скажу, что он мне очень не нравится, этот аппарат. Все мелкое. Ты, если тот отремонтируй скорее на этой неделе, прям сегодня пойди в мастерскую, я тебе обменяю, возьму тот, старый, с проводами вместе. А этот будет у тебя. Тебе он все равно нужен, когда мы уезжаем. Но когда подъедешь? Во сколько? Сегодня не работают эти мастерские. Ну, в течение дня подъеду. Ну да. Ты покажи, как стирать. Не стирается. Записанные ролики я копирую, а стереть не могу. И мне по телефону вчера долго мастер, который принес, мне купили-то. И он ничего не мог сделать. Он говорит: Сергей приедет, я ему показал. Ну все, пока, до свидания, с Богом. Я жду тебя, не забудь. Отключай нас.